Всем привет, друзья, с вами Артур, и мы продолжаем Tomb Raider. Так, закончили мы на Вороне, по-моему. А, я не должен туда лезть. Ну и слава богу. Я аж думал, нам надо придется лезть за Вороной, но нет. Походу, можно просто так отдать. Ты нашла птицу? Нам очень нужны эти сообщения. Мы без... Я наконец-то нашла твою птичку. Вот сообщение. Так, то, что надо. Пути снабжения, маршруты патрулей. Устроим засаду. Мы в долгу перед тобой, Лара. Все мы. Чё он свою ладонь смотрел? Блин, не... А. Чё он мне дал? Я что-то пропустил. Ладно, не суть. Так. Нам надо сходить сюда за тайником. И потом за тайником с монетами. И идти на задание. Все. Наконец-то. Будем игру проходить, а не хренью страдать. Я надеюсь. Потому что я могу внезапно хренью начать страдать. Иди давай, женщина. Не понял. Чё за музыка? Там кто-нибудь есть? Никого нету. Откуда вы опять? Псыны недоделанные, а? Чтоб тебя убил кто-нибудь. Например, я, собака. Прочёсываем и ликвидируем вперёд. Чё? Откуда это говно здесь берется, я не понимаю. Выхожу, замечен враг! Где отсюда? Продолжаем, она ранит. Занимаю позицию. Прикрой. Подождите. Поддох. Тихо. Бля! Как ты умерла? Ах. Вот этого я опять не ожидал. Не штука, что отсюда. Я отдал задание? Да покажи это мне. Да, да. Бля, опять эти псы там. Они что, каждый раз будут там или что? У нас кошки. Да дай мне попасть по тебе. Умри. Все стрелы на него потратил. Да дай мне в голову тебе попасть. Я в тебя. Откуда? Откуда? Кто ранен? Да вы псы, что ли, а? Позорные. Вот начало игры, а? Совсем не забавно. Так, все, пойдем. Валить этих псов. Я так понимаю, что... Они меня замечают, да, сразу? Почему музыка играет? Такая ужасная музыка. Ты в долину только что прибыл, да? На нас напали! Кто на вас напал? Пойдем на разведку. Хватит рукой махать. Убить ее! Я попал по тебе, ну. Задел ее! Огонь! Ну же, покончим с этим. Так. Да ни хрена себе. Ну ты пес. В упор убить меня не может. А я его не могу убить. Ой, бля. Ой, бля. Как они меня уже месят. Сколько можно их убивать? Все? Надо было бочку взорвать. Что-то я опять не подумал. Ладно.
Опять всю траву потратил на этих дебилов. Так, тут нет ничего интересного собрать. Так, ну-ка, карта. Мы как раз на пути к этому. К этой нычке. А где она? Здесь посмотрим. Что это за животное? Почему? Почему они в кусты могут залазить? Я не могу. Так. Где? Не здесь. Тут или на том острове? Подожди. Вот так вот. Чё-то я не пойму. Попробуем сюда. Тут зато есть трава. Так, еще раз смотрим. Вот мы на месте. Как будто бы. Здесь я не наблюдаю. Тогда внизу. Ага. Ну и хорошо. Так, тебе занычка с монетами. Это, в принципе, по прямой надо бежать. Ничего сложного не должно быть. Так. И... Ага, на месте. Здесь. 7 монет. Блин. Чего я думаю? Я думаю, что надо залезть туда. Иначе мы забудем это. Так, она надоела мне ныть. Так что подлечим ее. И возьмем. Бля, куда я прибежал? Ну, соберем тебя. Я хотел бочку найти, которую можно взорвать. Возьмем с собой. Ну вот, например, это. Так, и пойдем. Какая выносливая баба. Бегает и бегает. Бам! Пойдем. Проверим, что за пещера. Бля, думал уже все, шел выход. Нет, ну опять. Ну покажи. Ага, эту пещеру. Эту. Мы же в этой пещере не были вот тут. Ладно, это-то хорошо, что там. Там мы туда все равно идем. Но тут пещера есть раз. В этой пещере, по-моему, не были. Ну и еще вот тут какая-то хрень валяется. Пойдем. Проверим. А тут все, что ли? Не, вот какой-то металл есть. Так, ну и все. Пойдем тогда отсюда. Ой, я думал, сейчас насмерть. Так. Где? Где? Не наблюдаю. Дальше. Ой, бля. А я вот на этой вышке тоже не был. Сюда вообще залезть реально? Что-то мне кажется, что не совсем. Ну вот, эта пещера. И опять взрывчатка. А, не-не-не, веревка можно. Опа.
Все. Заглянем тогда сюда тоже. Блочного лука. Я что-то неправильно прочел. Так. Ну-ка, здесь все. Вот такие маленькие пещерки. Так, мне все-таки кажется, что туда можно как-то попасть, но я сейчас, по крайней мере, а может быть уже знаю. Ну-ка. Пока мы здесь, попробуем. Может быть отсюда вот так вот. Оп, да. А что тут такое у нас? Гайки мне эти не нужны. Стрелы заберем. Перья тоже заберем. И эту хрень тоже заберем. Так. Бля, ну... А там что-то там дрова. Ну ладно, побегаем. Что тут? За дровами спустимся. Отсюда. Чё, нельзя спуститься? Нормально. Чё за хрень такая? Оп, нормально. Так. Куда нам? По берегу. По берегу надо идти. И сюда где-то здесь. Ну же, ты где? Где-то оно тут должно быть. Еще дальше. Ну же. Ну вот, я здесь. О, нашли. Так. И теперь можно идти отсюда. На главное задание. Сюжет проходить. Я думаю, уже давно пора. Так, сейчас я думаю, что нам будет... Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Жопу разрывать будет нам тут. Что-то ужасное тут, говорит, случилось. Это там не надо ведь? А, не надо. Тут больше что-то ничего нет. Походу. Ладно, пойдем. Ага, костер можно развести. По-моему, раньше по 6 было. Что-то на этот костер 3 только надо. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться, но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Все, наговорилось. Но я как раз успел. Осмотреть все. Ничего нового вроде нету. Один навык я взял. Так. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Да нет. Ну нет. Ну это же совсем не интересно.
Зачем столько всего этого говна собирать надо, но... Конечно, это не надо собирать. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Так, тут ничего нету, кроме деревца. Не-не-не-не, эти. Лара, ты цела? Да, я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Я чуть не обосрался от этого мужика. Такой резкий. Я-то думал, тут враги будут. Тут что-то как-то пусто. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. Так. Что-то... Мне показалось, там что-то светилось. Ну да ладно, это нам не надо. Бля, не хотел, конечно, карту открывать, но... Допустим, что-то тут есть где-то. Это не надо. А вот где-то есть... Бля, я не в ту сторону пошел. А если так посмотрим... Направо. Справа у нас что-то есть. Вот, трава полная. И чемоданчик. Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Хрень какая-то. Че за статуэтка? Херня какая-то. Да, выходи отсюда. Отбойный молоток, походу. Так. Ага, вот еще куда можно залезть. Так много, блин, мест. Это не надо. Вот это можно взять. Одну монетку получили. Херня какая-то. Так. Вдоль забора пойти, и мы дойдем до тайника. Так, идем. И где-то здесь. Где-то тут что-то должно быть. Да? А, немножко не дошли. И где-то вот тут. Вот оно. Так, и что теперь? Где нам можно пройти дальше? Нам, наверное, в вагоны тоже заглянуть. Да, тут что-то полезное даже есть. Тут больше ни хрена нету. А, во, проход. Значит, мне показалось сначала, что тут забор. Так, а в этот вагон нельзя, по-моему, зайти было. Зато залезть можно. А, и через забор можно махнуть. Ну, ясно. Тут на крыше вроде ничего нету. Давайте сделаем так. У вас есть такая возможность. Это же тоже светилось, да? Я так и не понял, что с этим делать. И хрен с ним.
Это куда? Блин, столько ходить, я аж в шоке. Где экшен? Так, две стрелы только нашли. Ага, это что такое? А какие-то думаю прочистили. Эй, женщина. Что за хрень? Что я должен с этим сделать? Ну. Светится. И как я должен это прочитать? Да ты меня бесишь. Ну так. Так тоже не хочешь, никак не хочешь. Херня, короче. Пусть будет тогда. Пойдемте дальше. Туда вниз можно, сюда наверх можно. Куда еще можно? Что тут внизу у нас есть? А внизу-то пусто. Этот шкафчик не открывается. Там что-то есть. И тут что-то есть. Я думаю, можно зацепиться. Нельзя. Как туда попасть-то тогда? А, оттуда. Я через крышу. Зачем тогда проход есть? Есть только через крышу. Ну попробуем через крышу тогда. Вот собака, а? Бля! Точняк. И что теперь? Я в последний момент заметил, что тут есть эта хрень. Блин. Ну и как? А, ага. Ой, бля. Как не кайфово мы упали. Блин, какие здания большие, что тут делать вообще? Ну-ка сейчас еще карту посмотрим. Разок. По-моему, тут понизу, если бегать, больше ничего не найдем. Ага, вот баночку нашли. Так. Здесь не залезть. Значит, тот единственный проход, который я нашел. Так, а это что за хрень? Чуть дверка тут болтается. Но не суть. Так, бери лук. Давай эту херню выдернем отсюда. А вот теперь можно прыгать. Блин, как тут много всего. У меня глаза разбегаются. Клетки. Как будто для зверей. Обитатель. Так. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно.
Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно, что наконец заглянем Богу в глаза, а я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Какой-то психопат. Ну, давайте тогда здесь закончим. И будем в следующей серии разбираться, куда нам что тут лазить. Зачем лазить, почему. Думаю, тут еще много всяких тайн на этой локации. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям. Всем спасибо, всем пока.